Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Срок выплаты продлевается до 31 декабря 2026 года. При рождении или усыновлении первого ребенка семьи получат 466 тысяч рублей, и на 150 тысяч увеличилась выплата при появлении второго ребенка. Данные поправки относятся к семьям, в которых дети появились после 1 января 2020 года. Более того, теперь срок оформления маткапитала сокращается до 5 дней. При этом период, в течение которого российская семья сможет его получить, уменьшен с 30 до 10 дней.